Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Я тебе так скажу, Новый год – это такой праздник, когда нужно подарки покупать с запасом. А вдруг ты пойдешь в гости или к тебе придут? Ну, приятно же подарить, а? Ну ты посмотри, это не просто магазин, а настоящий альма-матер для тех, кто еще не определился с подарком. А их здесь такое множество, что глаза разбегаются, но мы сейчас с тобой все посмотрим и непременно выберем нужный. В этом году нам не повезло со снегом, но, с другой стороны, мы можем сами себе создать предновогоднее настроение. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. Нравится? Да, настоящая красота. Это цветы в колбе, настоящие цветы. Они хранятся до 5 лет. А еще смотри, какая красота. Цветы фирмы Фиора. Они в колбе, в вакууме. И хранятся от 5 лет. И можно сказать, до бесконечности. Но посмотри, какая красивая композиция. А ты мне приготовила подарок? Да, настоящая головная боль – это подарок для мужчины. Ты свекрови-то подарок купила? Посмотри, какие здесь скатерти красивые. Лен натуральный. А это прям настоящий творческий подарок. Можно просто так на елочку повесить, а можно разукрасить, и будет уже твоя именная игрушка. В магазине подарков для вас плюс такой огромный ассортимент сувениров с тверской символикой, а также ты здесь найдешь изделия торжокских золотошвей. Все, я на Новый год королевишна. Да ладно, не расстраивайся, я тебе тоже возьму. Ты знакома с кавказской кухней? Понятно, шашлык, мамалык, это все верно. А ты знала, что в Северной Осетии ни одно застолье праздничное, тем более не проходит без 3 пирогов, как символ 3 стихий – воздуха, земли и воды. Поэтому на любом столе в Северной Осетии всегда есть 3 пирога с мясом, сыром и с листьями свеклы. И если на твоем столе эти 3 пирога, в твоем доме всегда будет счастье, благополучие и плодородие. Традиционно в Осетии все пироги закрытые. Они готовятся на тонком тесте с ароматными вкусными начинками, мясом, зеленью, сыром. Кстати, сыр для приготовления осетинских пирогов привозят специально с Северной Осетии. Помимо этого, осетинские пироги могут содержать сладкие начинки. Боже, сколько вкусняшек! Ты какие больше любишь? Сладкие или вкусные? Вкусные или сладкие? Ты еще та сладкоежка. Смотри, для тебя специально круассаны с белым шоколадом, с темным шоколадом, пирожки с яблоком. А мои любимые – это самса. На новогоднем столе у нас, как правило, что? Оливье, селедочка под шубой, мандаринки. Но наступает тот самый момент, когда все-таки хочется сладенького. И сеть пекарен 3 пирога в преддверии Нового года подготовили столько много вкусняшек новогодних. Причем их можно купить как здесь, в самой пекарне, так и на заказ. Посмотри, какая елка красивая, да? Праздничная и нарядная. А ты заметила, здесь самые настоящие имбирные пряники? Иди сюда, кто-то из детей уже не удержался и попробовал. Спасибо большое. Я знаю, что решила. Я тоже хочу, чтобы у меня дома всегда было счастье, благополучие и плодородие.
Знаешь, пословица под Новый год, что не загадается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Я решила сделать тебе подарок, но необычный, так как ты моя лучшая подруга. Этот подарок протестирован самим Илоном Маском и поставлен на массовое производство. Догадалась? Правильно, это электрокар. Я тебе дарю автомобиль! Ну ты посмотри, классический черный, тонировка в круг, кожаный салон, а движок экономичный. И спишь, а он заряжается. Ну как тебе, глаза разбегаются, да? В шоу-руме «Дети рулят по Твери» более 50 моделей в наличии и более 300 на заказ. Здесь есть любой модельный ряд, а самое главное, запчасти, автосервис, все бесплатно. И еще в дальнейшем будут выдавать права, представляешь? Здесь представлены модели для любого возраста. Представляешь, ребенок вот только-только научился ходить и сидеть, пожалуйста, сажай его за руль. Но если ты беспокоишься за свое чадо, ну, вдруг на встречку вылетит. В каждой модели есть пульт управления. А это вот для самых маленьких, когда только-только научился ребенок сидеть. Посадила, везешь, чуть подрос, захотел сам сесть за руль. Убираешь механизмы. У тебя красота. Но если бы у нас это было в детстве, ну, по крайней мере, у меня, я сначала бы умерла от счастья, а потом выбрала вот эту малышку. Но я тебе хочу сказать, это подарки для детей, которые очень-очень-очень-очень хорошо себя вели весь год. Танюш, здравствуй. Очень приятно. На улице так пасмурно. Настроения новогоднего нет, а к тебе заходишь в салон и чувствуется, что праздник. Вот да, он. В общем, кто хочет кусочек Нового года ощутить, всем, пожалуйста, в Татиус. И здесь еще, хоть на улице и снега нет, но все равно холодно. А здесь вы можете выпить чашечку горячего кофе, угощайся, жабочка. Да, но мы еще и праздник устраиваем детям для Торжовского школы-интерната. Я знаю, что сегодня Жанна тоже выбрала открытку и сделала подарок мальчику. Да, это очень важно, и ты большая молодец, что у тебя есть вот подобная акция. То есть дети пишут открытки Деду Морозу с пожеланиями подарка на Новый год. И любой желающий может прийти в салон, выбрать открытку и подарить ребенку подарок. И хочется сказать огромное спасибо всем клиентам, потому что практически все с удовольствием откликаются на нашу акцию и приносят подарки детям. Но самое главное в этой акции, что ребенок получит на Новый год свою мечту. Вот мечтал он на парфюмерном наборе, получит парфюмерный набор. Кто-то мечтал о машинках, о мячиках. И наши клиенты, большое всем спасибо, осуществили мечту этого ребенка. Танюш, это мы передаем для Миши. Поздравляем его с наступающим Новым годом, да, и пусть у него будет все хорошо в жизни. На самом деле, более 15 лет мы занимаемся этой акцией, но она каждый раз проходит по-новому. И в этот раз она выглядит в таком виде, то есть у ребенка исполняется его мечта. И, наверное, это немаловажно, да, Жанна? Ну, конечно. В преддверии Нового года мы все, взрослые, маленькие, мы все ожидаем какого-то чуда, что-то светлого, что-то чистого и нового. В преддверии Нового года хочется всех поздравить с наступающим Новым годом, годом крысы. И пожелать всем удачи, благополучия, счастья, процветания, красоты и... почувствовать, что жизнь прекрасна и удивительна. Дорогие друзья, хотим поздравить вас с наступающим праздником. В преддверии Нового года каждый из нас ждет счастья, радости, улыбок, ну и какого-то волшебства. Пусть 2020 год принесет вам много счастья, улыбок, позитива. Ну и, конечно, исполнятся все ваши самые невероятные желания, и вы почувствуете, что значит жизнь прекрасна.